Уборка, покраска и реставрация. В Химках полным ходом идет подготовка города к лету. Глава округа Дмитрий Волошин лично оценил, насколько качественно рабочие наводят марафет на улицах. В частности, городоначальник посмотрел, как проводят покраску остановки на улице 9 мая, и сам принял участие в процессе, вооружившись распылителем. Сегодня по городу уже установили около сотни новых модулей. Примерно 50 таких классических желтых металлических остановок стоят уже десятилетия. Их цвет обновляют. Это душа, это история сегодня. И если просто они были раньше красились поверх того, что поверх старой краски, некачественные были зачистки, то сегодня мы пробуем. Мы пробуем, а можно ли очень качественно сделать. Для этого нужно до металла зачистить ее и затем красить уже профессиональными специалистами. Но мы видим, что все сделать можно, и качественную краску можно купить по приемлемым ценам сегодня. И эти остановки могут радовать глаз. Напомним, месячник по благоустройству в Химках продлится до начала мая. Рабочие приводят в порядок фонтаны, памятники, наносят разметку на дороге, ремонтируют и освежают детские игровые площадки и парки отдыха.